Добрый день, друзья, дорогие зрители. Наша поездка продолжается. У нас все хорошо. Я немножко отдохну, часика три. И поехал дальше. После Ростова и Азова, после Ростовской области начались дожди. Все, до Москвы были дожди. И после Московской области тоже были дожди. Все, дожди. Просто сплошные дожди. Снимать было никак. Ехал. Вот. Ну, то, что не снял много чего, прошу меня извинить. Погодка не представляла возможного. Сейчас вот въехал в Архангельскую область. Тут уже погода изменилась, дождей не стало. Вот. Ну, как-то так. Хорошо. Загрузились мы попутным грузом. Сейчас я вам покажу, каким чего. И едем. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, да, получается? А, 17, 19. Я, по-моему, считал их. Нет, не считал. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять здесь. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, да, должно быть? 16 лет были, 2 рекламы, я не сказал, 19. Вот такие красивые места у нас в Архангельской области. Пришла уже осень. Желтые, красные, всякие. Вот такие красивые места. Вот так красиво ехать по дороге и смотреть. Едешь, любуешься такими лесами красивыми. Сейчас где-нибудь остановлюсь, зайду в лес специально, выберу местечко где-нибудь, остановочку, чтобы сходить посмотреть, вам показать эти красивые места. Вот такая красота. Отдаем посылку. Нет, нормальный такой. Да, на плечо несете, наверное. Все, пожалуйста. До свидания. До свидания. Закрыл, что ли? Ой, вон ваша коробочка. Вот это? Да. И вот это? Обе тут они связаны.
Вот эти ваши коробочки. Спасибо большое. Все, пожалуйста, до свидания. Вот такие у нас на севере леса. Шенкурский район. Такие леса. В этих лесах очень много растет белого гриба. Брусника растет. Клюква растет на болотах. Вот такие беломошники. Вот муха, мор растет маленький. Вот смотрите-ка. Масленок. Видите? Это маслята. Вот это маслята растут. Вот. Только зашел и уже нахожу грибы. Хотя грибов уже нет. Уже снег тут выпадал. Это уже последние грибы. Видать, масленок. Вот такие у нас красивые места. Вот. Неплохо было бы, конечно, найти какой-нибудь белый гриб. Ну, навряд ли, конечно, сейчас я найду, уже время уже не то, позднее. Какие тут есть переростыши. Вот такие красивые у нас северные леса. Как говорится, больше мне в них, наверное, долго не бывать. Если только специально ехать в эти места. Вот еще масленок. Видите? Вот этот червивенький. Вот это хороший масленок. Вот два масленка. Ну, в принципе, если походить, можно маслят насобирать еще на грибовницу, на жареху. Рядом с трассой далеко я не пошел. Вот. Вон тут, видите, вон еще масленок растет. О, еще масленок растет, видите? Маслят-то можно насобирать, да? О, сколько тут маслят-то, смотри-ка. Опа, оп. Вон сколько я уже насобирал маслят. Вон еще масленок. Ну, маслят можно насобирать. Вот это клюковка северная. Да. Вот такое ведро стоит 1200, да? 1800. 1800. Да. 10-литровое ведро. Да. А маленькое вот такое 5000. Вот столько стоит наша клюква северная. Больше этой клюквы мне не видать на юге.